Какой-то чел на секунду лагает и не может сказать, кто это. Панелька не успевает посмотреть. К сожалению, не может посмотреть. Че, народ, как у вас YouTube-то? Я смотрю, 8 зрителей уже смотрят. Лагает, не лагает, и там, как живете-то вообще? Никто ничего не пишет в чат. Вроде должно слышно меня быть, да? Музыка не громко? Вроде не громко. Музыка должна быть вообще идеально. Музыка вообще должна идеалити быть сейчас. Так, ну вы давайте вот это сделайте. Одну штуку. Okay.
Кто у меня, кстати, на Эйре Фуфука стоит? Он, кстати, тоже массу хорошо зарекламил. Обычно я больше забираю с этого леса. Что там у противника есть? Фул авто, через аэрку выходит. Главное, никого, чтобы там дропа не было. Это вообще на Фуфуке все будет лежать сейчас. Вся ответственность за дропы. На Фуфукиче все будет лежать. Так, ты давай инженер тут зареклеймливай дальше. Вот этот инженер тоже один пусть тут все дореклеймливает. А остальные пусть идут сюда. Мне нужен билд пауэр. Обязательно билд пауэр нужен. Ну неприятная игра идет, неприятно. Что-то кто-то лагает, такое ощущение. Видите, скачет что-то. Кинг или какая-то еще херня. Херня. Давай вот это, ладно, подреклеймим. Масса нужна очень сильно. Фуки еще-то 3, а Ирки нету. 8-я минута, как бы да. А там еще даже 2-го-то 3 меха нету. Странно. Зато щит поставился дорогой, кстати. Дорогой щитозный там стоит. Дорогой. Так, вы остальные инженерчики, идите сюда. Быстро. Опа. Нифига себе, мув какой там. Чате отрисовывается. Походу будет что-то жесткое. Мне нужен еще пару штучек вот этого вот эксклюзивного, так сказать, аккумулятора. Дальше вы идите вот это делаете. Вот здесь вот. Вы идите вот здесь, обстраиваете. Ну, оставшиеся бездельники, идите помогать командующему. Эти помогайте билдпауэру. Поздравь меня, я научился эко с аиром делать. Поздравляю, колдун, полностью тебя с этой победой. О, мне Фуфука дал Т3 инжа. Спасибо, Фуфуки. Скажем все спасибо Фуфуки за Т3 инжа. Вот реально. Т3 инж от Фуфуки — это прям хорошо. Это действительно хорошо. Артега. Главное, чтобы там какой-нибудь страт не прилетел. Вот тут у Изверта, я смотрю, Т3 аирка уже есть. Поэтому надо все-таки пару Т2 щитов поставить, хотя бы над хайвами. Потому что страшно потерять билдпауэр, неохота вообще. Не то, что страшно, неохота. Куда-нибудь вот сюда вот щит пиндюрить. Хотя пусть строится. Если что, сразу построим, и защита будет хоть какая-то. Накомим его потом Т2.
Контрил. Yep. Пластом, пластом, пластом. Да, там уже скаут пролетел, скорее всего страт полетит сейчас. У Фуки Тетриген встал, но... Но скаутов нету на противника. Поэтому щит я все-таки поставлю. И вот здесь тоже надо щит поставить. Страшно, страшно, друзья. Очень страшно. Если бы мы знали, как мне страшно, то вы бы знали, что мне страшно. Да-да. Помогай давай. Айверс, привет. Здравствуй, Крис, привет. Рад тебя приветствовать на своем стриме по Spring Commander Forget Alliance. Смотрел мой видос последний? Популярный. Популярный видосик. Так, давайте едьте сюда быстрее, 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 быстрее. Вы тоже едьте сюда. И вы это тоже рекламите по пасту. Ctrl-K, обязательно Ctrl-K. И делаем вот так вот. Массу рекламим. Я уже дома, и да я смотрел видос. И чё тебе как зашел? Почему комментария-то нету, Крис? Как твой фидбэк? Я очень старался, я 3 дня делал его. Это видео. Так, я вижу, что Фуфука там проскаутил. И вижу, что там самолеты делаются. У моего оппонента 3 аирка стало, но мало тетримехов. Там вообще их почти нету. Надо идти срочно вот этот хайпапать. Я все жду фидбэка. А там мало комментариев. Зато лайков, кстати, нормально. Лайков нормально занесли на то видео. Неужели я успею до 13.30 сделать фулл тетримехи? Это просто идеально какой-то у меня получается тайминг сейчас. Почти реально идеальный тайминг. Плюс еще будут хайвы. Тайминг с тетримехом у меня идет просто идеальный. Так, Нубяра умер. Нубяра, Нубяра, ты кто вообще? Это их не видовщик первый. Понятно. Какой-то Нубяра сдох. Ха. Ха-ха. Это инженера сюда подправляем. Почему-то паузу прожали. Интересно. Наверное, там сейчас обсуждают, как он умер. Обсуждают смерть Нубяры. Да, я на 13:00 мехи сделал. Еще и расик у меня, прикиньте. Вот это я про это... Прошарился на дуалгэпе. На нарезку, наверное, пойдет, если выиграем. Сто процентов. На чё у них, блин, алло? Чё они паузят? Чё случилось? Главное, спросил про фидбэк у Криса, и он замолчал. Хм, странно. Видимо, ему видос не понравился, видимо. Раз он не хочет ничего писать. Хотя там такой сок был, просто. Ну, просто имба. Имба имбущая. Имба просто имбущая. Пишет Фуфука, забирай базу. Какую базу? У меня нет базы дополнительной. Фука, ты что, пьяный, что ли?
делать хайвы, ты за канал. Твоя работа делать хайвы. Не работает как надо. Арлекин пишет плохие слова про своего союзника, видимо. Он что-то не делает, как он хочет. Хороший видос, только я его смотрел после того, как только приехал, устал и поэтому плохо понимал, что происходит в видосе. Пересмотри обязательно. Вот реально, пересмотри. Советую тебе пересмотреть его. А то мы сюда пошлем пока что, чтобы не мешали нам. Я очень старался над этим видосом. Вот реально признаюсь, я прям каждый момент пересматривал это видео, чтобы было все ясно, что надо делать. Но это уже после стрима. Конечно. Сначала стрим смотри, обязательно стрим. Обязательно стримчанский. Обязательно. Фука пишет рано. Обычно на 20-й минуте уже прилетает нюка. У нас 16-я идет. Да видос бы лучше утром или днем надо было выкладывать. А, нет, в среду, когда народ пришел с работы, это самое лучшее время. Было все подсчитано гениально Айверсом. По таймингам. Все было просчитано. Каждая минута. Нейросвязь, давай, Айверс, связи, давай, Айверс, выиграй. Буду нейро стараться, давай. Обязательно. Выиграем. Обязательно выиграем. Давай вот это доделай, а потом мы доделаем вот это. Так, Петринч, сюда иди. Делай вот это. Больше, больше хайвов надо. Сюда запендюрим щит. Потом проапгрейдим хайвы быстро. Хайвы надо проапгрейдить. Там грид делается. Аирный причем. Чао, Фуки, спрошу. А хочет одни врата? Ну, потому что мне хватит пока одних врат. Слишком много это делать, ну, нерентабельно. У меня сейчас вот это 11 тысяч масс, она очень быстро потратится вот с этими вратами. Прям очень быстро потратится. Все, команду еще пускаем вот сюда, вот, чтобы он отступал. Здесь делаем дополнительные хайвушки. Так, если у меня здесь Маур будет стоять, то здесь щит, то вот так вот. Подожди. Щит у нас получается здесь, то вот так хайвы делаем. Да, все верно. Это дополнительные хайвы для Маура. На всякий случай я пиндюрю антинюку, потому что я уже проходил этот момент, когда я не делал антинюки, и в итоге нюка прилетала. Сакушка, первый иди антинюку, делай обязательно. Да, мой противник играет через Аир, значит, мне тоже надо через Аир играть, потому что, ну... Пуфука, наверное, в соло не вывезет Аир, к сожалению. Мой противник будет играть через Аир. Это сюда.
Ну ладно, кстати, лучше тебе-то два масфап, они окупаются за 3 минуты, а рассековые соёбшки 10. Да-да-да. Так, мне что-то дали. А что мне дали? У инженера. Просто я боюсь, нас сейчас застратят. Если Фука Аир не будет делать, там уже смотрите, сколько гридов сделано. Я боюсь, что нас сделают тарелку и просто нас уничтожат Мавр с Аиром. Потому что мой оппонент играет не через экономику, он играет через АИР. Я этого очень сильно боюсь. Боюсь, что Фуфука не справится с задачей АИРщика. Есть такое опасение. Там тоже антинюка влеплена, ну и там, наверное... Там царь будет после аэра. Да, да, я говорю, там будет царь. А если они будут помогать... О, там ресторы делаются. Ой, нихера там аэра! Там, мне кажется, надо через аэр играть. Да-да-да. Я понимаю, что надо через аэр играть сейчас. Надо через аэр играть. Такушка эта пусть строит зенитки уже на базе, потому что это скоро говно полетит на нас. Просто, я думаю, ну... 100% полетит на нас. Вышивайся срочно, ПВО, аэр не успеешь. Да, я уже послал сакушки. Да-да-да, там очень много штурмачей, которые сейчас прилетит на нас. What the fuck? What the fuck? Но она, скорее всего, через сюда будет лететь. Вот через сюда. Навряд ли, но полетит через верх куда-то. Фредди убивать. Я думаю, нет. Я думаю, оно именно на нас полетит. Он решил через аэр просто даже без всего, он там на всю массу, которая у него есть, через ратик там 280 инкама где-то выходит. Он просто рашит эти рестореры, которые сейчас полетят убивать вот этого чела. Ему надо прямо сейчас уходить. Прямо сейчас уже уходить, потому что будет боба скоро. Снеси врата или за стоп сделай Т3НЖ и штуксор и мазгрид. Ну давай. Я хотел, в принципе, спамить сейчас с этого. Вот отсюда еще. Подожди. Давай вот сюда. Где у нас достанет хайва? Вот это надо снести. Пока что. Пока что это снести, да, согласен. Пока надо снести. Пока у нас гемендер мы не будем делать, потому что там уже рестореры летят. А не на мид. Будем делать аэр. Спамить с этого. Вот так вот делать будем.
Не, не сливайте аэр, ребят, не сливайте аэр. Ах, ребят! Ребята, не сливайте аэра, мита не плюбасу заберут. Подождем, накопим аэра. Сейчас я быстро наспавню. А мотыльки, обожаю их. Да. Только они сейчас будут против меня работать, эти мотыльки. Сейчас мы наспамим аэра. Пусть родины, щиты и зенитки на базе поставят и флот отведет, а то сольет. Я так и хочу, чтобы он так сделал. Я так и хочу, чтобы он сделал. Да, на... он сильный аэр. На флотейбл летят. Все, давайте, ребят, надо войти, я думаю. Не, не, не входим, не входим, не входим. Фредди, не надо, не надо, не надо. Копим аир, копим аир. Блин, такое ощущение, как будто с ним в дискорде общаюсь. Надо накопить аир, надо накопить аир. Блин, где чат? Алло. Я чувствую, что надо накопить аир. Нам нужно кому-то в одни руки отдать аир. Кому-то в одни руки, потому что мы сейчас, видите, по раздельности еще летаем. Вот это вот чуть плохо мы делаем, конечно. По раздельности нельзя летать. А у тебя тоже сайт? Ютуба на компьютере не грузит видео. Я поставил этот, Goodbye DPI, у меня все работает. Загугли пока, Goodbye DPI. Просто так напиши, goodbye, даже русскими можешь написать. Goodbye DPI. Все, это взрываем. И вот это ставим. Надо вот это ставить. На избыток массы ставь спутник ЖК и ему грил. Не, ребят, там щиты будут. Надо делать этот. Там что, скорострелка делается? А ладно, мавр так мавр. Да. Но я здесь очень много этих поставил. Вот это надо убивать как-то, бля. Оно полетит, это будет жестко. Оно полетит, это будет жестко. Это говно. Флота много у позора. Бали не проигрывает его. Скорее всего, вот это я зря делаю, надо это рекламить. Потому что это снесут банально. Надо уходить на свою базу.
Говно летит, пацаны, говно летит. Ну, у наших сейчас аира больше, такое ощущение. Мне кажется, в натуре больше. О! Пуфука решил запатиться. Над крейсерами. Пуфука, ты роплишь, что ли? На какими крейсерами? Он сейчас аир проиграет. Нет! Нет, Пуфука! Отступай, ну нахрена! Сливатор на Пуфуке. Ну это пиздец. Там сейчас царь встанет. У него был аир, он... Я не пинговал, я пинговал, что там крейсера. Вот сейчас будет рофл, все, сейчас тари пролетают, вот это тоже все убивают. Одним мувом он сейчас проиграл игру, по сути. Просто одним мувом. Потому что сейчас этот чел, если правильно воспользоваться аэром, он выиграет. Если мне сейчас союзники, конечно, массу не покидают. Вот этот плохо, он нас блочит, Арлекин, вот этот красный. А вот этот чел не кидает массу. Он строит свою арту. О, ну и спутник. Ой, мы сейчас сдохнем все нахуй. Это... Аэр в одни руки. Да, дал Пуфуке аэр, бля. Блять, вот это делай. Быстрей! Быстрей, блядь! Ассистим щит! Не, это там столько этого говна, мы ничего не сможем сделать сейчас. Он еще ёбнется еще сюда. Я не знаю, типа, он сейчас СМДшку еще убьет. Валяется, правда, масса на мавр, но там сейчас скорострел какая-нибудь станет 100%. Бля, Пуфука дает, конечно, реально подвел сейчас. Вот сейчас подвел Пуфукич. Сейчас, конечно, он сглупил немного. Так, ладно. Вот это надо зареклеймить. Мавра надо где-то начинать сейчас уже ставить. Где все мои эти? Идите сюда. Ты давай это доделай быстрее. Надо восстанавливаться, надо восстанавливаться. Так, где мы-то два инженера? Ты два инженера, это два инженера. Бля, их нету. Они сдохли. Ладно. Ставим мавр. Здесь он стоял, вот здесь вот. Ну быстрее, быстрее, бля, не тупите, пожалуйста, время, деньги. Нюка пишет Пуфука. Ну классно, чё Пуфука, блин. Там нюка еще плюсом. Я не хочу плакать, но типа ситуация очень плачевная. Ситуация очень плачевная.
У меня такой тайминг был просто на тетримейхе. У меня тетримейхи встали на 12 с чем-то. Это как у Alive Pulsar, если чем. По таймингам я как Alive Pulsar экономику поднял. Если бы я тупо Маур делал, я бы его 28 сделал бы. Даже 27, я думаю. В самом начале. Там бы было бы прям как Alive Pulsar. Мидовщики плохо, что они АФКшат. Они выиграли типа мид, да, но АФКшат. Проблема. А, кстати, этот базу отдал вот этому челу. Там сейчас тоже скорострелка встанет. Надо скауты сделать. Сейчас должно быть 350 инкома, хули он только аир делает, пусть грид расширяет. Смотри, у него... Из грида 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там 5 аирок всего лишь. И 6 аирок. Но это мало, капец. Посмотри, сколько у него оппонентов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 аирок. 11, блядь. Он не может понять, что ну на аире надо делать аир. Типа делать только only аир и все. Ну, флот вроде отбивается, кстати, наш. Флот красавчик вообще. Там скорострелка сейчас какая-нибудь встанет, блядь. 100%. Ну, а я о чем? Там сейчас скорострелка встанет. Я хуй знает, как ее дефать. У меня массы нет на деф. И на маур плюсом. Ни на маур, ни на что вообще массы нету. Я пошли дроном собирать массу. У него двойная база. У меня типа инженеры есть для дефа скорострелки, да? Я ее задефаю. Проблема в том, что мне нужно, чтобы кто-то делал еще мавр. Потому что я всю массу буду сейчас на скорострелку тратить. Ну, на деф скорострелку. Мы еще не проиграли. Мы еще не проиграли, друзья, но... Скорострелка скоро встанет. Бля, ну этот чел все равно свою арту делает. Ну не понимает тут... Ой, ну понимания игры не хватает. Очень не хватает понимания игры, как именно играется ДЛГФ. К сожалению. Ну вот у нас типа вот этот Фредди, он без оппонента сидит, он мог бы страты сделать. Ой, по мне уже скорострелка стреляет, друзья, по мне уже скорострелка стреляет, ёб твою дивизию. Все, надо сейчас весь ассист вот сюда кидать. Весь ассист сюда кидаем. Все, у меня сейчас весь ассист должен Спасибо вот сюда. Спасибо тебе большое, Айверс. Теперь у меня снова работает YouTube на ПК.
Да блин, не за что, Крис. Я тебе как бы, блин, это... Рад всегда помочь. Весь ассист вот на этот щит, друзья. Я говорю, я скорострелку одну задефну, но если там вторая встанет, вот это будет уже проблема. Это будет уже проблемки. Какой-то сент юнита Айверс там был. Что-то не понимаю. Что-то мне дали. Маску там. Но у наших сейчас аиры больше. Там реально больше. У меня все минжами щит ассистет, а ты маврстрой. Ну я так и делаю. Я сейчас ассищу щит, по сути. И строю мавр. Только Фуня, он не понимает, он не знает эту багу. Когда у тебя ноль этого. Он по антинюкам бьет, он по антинюкам. Он построил, поставил цель на антинюке, он поставил цель на антинюке. Он понял, что я щиты осищу. Главное антинюку не проебать, главное антинюку не проебать, там нюка у них заряженная. Срочно, срочно, срочно ассист весь сюда, на этот щит, друзья, на этот щит. Давай, 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 сука. Работаем, работаем. Ассист на этот щит, вы чё? Я же поставил сюда. Ёбаный в рот, почему оно не ассистилось? У-у-у! Быстрее, блядь, делайся. Он сменил цель наведения на антинюке. Это самая сейчас уязвимая позиция у нас. Главное антинюку спасти. Спасти рядовую антинюку. Что вам случилось? Да что он паузит? Где телепорт? Какой телепорт, бля? Я не вижу телепорт. У меня точно не на базе. Да где телепорт? А, вон он. Все, увидел, что там телепорт. Ну а кстати, богаюсь эксплойт на самом деле, то что видите, и он телепорт сразу отменил. Я никогда так не делайте. Так нечестно. Вот не делайте как Орликин, играйте всегда по-честному. Если там телепорт и мы не видим, значит нельзя. Если он заметил, то надо не паузить игру, а просто писать в чат. Просто писать чат. Ебать, мне стрим Нуклеуса в рекомендации попался, я сразу сделал, чтоб больше не попадался. Блин, красава. Красава, бро. Реально молодец. Уважуха, уважуха, бро. Так, он по этой антинюке стреляет, он по этой антинюке стреляет. Пак, пак, пак. Ассисти щит, фуфука, ассисти щит всеми, всеми, что у тебя есть. Нельзя терять антинюки, запомни, фукай. Потеряем антинюки, сдохнем, сдохнем. Просто четырем тупо сдохнем. С нескольких сторон, а то прилет может будет. Фуфукич, не теряй антинюку. Рядовой Фуфукич. Блять. Сейчас этот щит потеряем, сука. Не, мы эту антинюку теряем. У меня остается одна антинюка. Если мы теряем вот эту антинюку, нам пизда. Нам пизда, друзья. А-а-а-а. Я не могу еще мавр делать одновременно с этим говном. Давай, фука, не теряй, не теряй. Нельзя терять.
Не, походу мы теряем ее, мы теряем. Друзья, мы теряем Атинюку. Обидно. Давай, Атиню, давай. Пока, живи. Мне Мавр еще чуть-чуть осталось доделать. Реально еще чуть-чуть. Битва за Атинюку. Щиты, Фуфука, ассисти щиты, делай щиты, ассисти щиты. У тебя должно хватать билдпауэр, у тебя он, сука, дронов летает. Давай! Нет, Антинюку потеряли. Сука. Так, страты мне дали, отлично, хорошо. Ахо-хо-хо. Ну там Аир уже наспавлен, кстати, от противника. Там Аир распавлен от противника. Да-да, Фредди, я понял. Блин, а что ты мне страты тебе отдал? Тогда Аир отдай. Я не могу контролить, Фредди. Я не могу контролить стратами сейчас. Держи сам. Я не могу контролить, блять. Мне надо депать антинюки. Последнюю. Последнюю антинюку на своей базе. Если я сейчас прошляплю свою антинюку, мы проиграем, это точно. Нас занюкают просто. Мне надо сначала убить ему нюку. Сначала убить нюку любой ценой. Сначала убиваем нюку, потом убиваем этого. Потом убиваем самого чела с этим, с скорострелкой. Чё, куда он начинает стрелять? По Мару, да? Или по антинюке? Не, вроде стреляет посюда, по гридлу. Это похуй, это похуй. Это похуй, друзья. По вот этим стреляет. Но вот это взорвется, это, конечно, будет бомба. Давай, Мар! Сука, давай! Вставай быстрее! Вот это убиваем, вот это сразу же. Таргет туда. Самое главное не потерять чат антинюку, вот эту последнюю. Потеряем антинюку, нас занюкают, все, пизда, игра проиграна. Этот не построит антинюку дополнительно, ему и так нормально. Так, все, он начал стрелять по антинюке снова. Он начал стрелять по антинюке, все, а весь ассист сюда, весь ассист на эту, блять, эту. Давай быстрее, 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 быстрее. Доделай, 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 доделай. Ассист идет, похуй, мы живем, друзья. Живем. Его скорострелка говно, Мавр лучше, 100%. Мы поставили Мавр под скорострелкой, друзья, мы живем, я знаю, что по мне стреляют. Фука, не пингуй, я знаю, что у нас проблемы. Я знаю, что они летят, фука, блин, Фредди, Фредди, очнись, Фредди, Фредди, бля. Не фкаш, Фредди. Они хотят антинюк убить, они хотят бобу сделать. Фредди, ты копил Аир всю игру, давай, блядь, байтесь там, не знаю, делай все что угодно, но антинюка спасти мне. Ну хоть один снаряд, ну попади, пожалуйста. Убей, да не Аир убивать. Меня второй раз Аира ёбнут, не говорите, пожалуйста, это. Он вообще без оппонента играет, там чел на Т2 мехах сидит всю игру. Как так-то, я не понимаю. Как оно так работает? Не, ну вроде, кстати, эти рестореры быстро умирают. Рестореры быстро умирают, и щит я вычиниваю. Вроде пока держимся. Не, они очень быстро подыхают. Они очень быстро подыхают. Все, хорошо. Нормально, нормально, держимся, друзья, держимся. Ну блин, ну попади хоть один с... О, попал. Вот сюда стреляем, теперь сюда, это наш таргет. Нормально, 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 держимся. Фредди затащил. Фредди убил его.
Ну мне нужна еще одна антинюка. Кулак-то ливнул, походу понял, что проиграл. Но у него была двойная база, кстати, фуфука, держи обратно. Я что-то тут это... Тоже забыл Тимихе отдать. Плотная каточка. По дефу антинюки. Единственная вот ошибка Фуфуки была, реально, ошибка Фуфуки, то, что он сюда полетел своим аиром. Ну, всем, которым у него был. И, по сути, он здесь его проиграл. Ему нельзя, ему вообще не надо было туда лететь. Ему надо было над базой файтиться. Пофиг даже то, что у тебя убивает этого союзника здесь. Так, давайте вот это пробуем бить. Масса на спутник. Масса на спутник, я хотел сказать. Да не ливает, тут уже все выиграно. Не, ну Фредди, ладно, он мне вот здесь задефал. Вот здесь хорошо. Ресторы, они, кстати, знаете, что могли? Ресторы под щит залететь и убить антинюку. Так можно сделать, если ты очень вот так вот быстро кликаешь. Вот прям вот так вот на антинюке очень быстро кликаешь ресторами. Оно влетает, убивает тебе антинюку. Полностью. Вот так они могли сделать. Не, ну считаю, это точно на вырезку пойдет. Это точно на вырезку. Это охрененная игра. Такой давно не было. Я прям завелся. Ну, натоксичил немного на Фуфуку, реально. Но это бывает в моменте. Если там в моменте идет токсичность, то это... Просто скипайте меня. Это бывает в моменте. Я все по-прежнему думаю, что Фуфука, он, ну... Один из лучших игроков.